Не знаю, видно ли по мне сейчас. Знаешь, с этой аллергией вообще уже неделю где-то мучает. Я вот сейчас опять приступы, прям сопли льются, чахотка, глаза такие с покраснением, жжет. Вообще, был, короче, такой у меня рецепт, что я каждый год пропиваю активированный уголь по 6 таблеток в день, и так полтора месяца. Ну и вроде как в кишечник перестают впитываться там витамины, всякая фигня, аллергены, и вроде полегче становится. Ну вот я пропил, и все равно вообще сильно накатывает, прям. Нифига не спасает. И слизь прям вот эта дерьмовая. В носу там все в глубине щипит. А так вот я сейчас на подработке, то мне хоть удается в туалет забежать, куда-то еще что-то. Водой как-то спастись. Промыть нос там еще что-то. А на такой работе даже вообще не представляю, как можно работать. Особенно где график вот этот. От звонка до звонка там вообще. Сдохнешь просто и все на месте. Ну еще таблетками можно подавлять, но от них голова кружится, по-моему, болит. Это ж такая фигня.